Мы познакомились, на самом деле, очень интересно, потому что мы познакомились в Египте. Это мне было 14, Антону было 16. Вот первая, самая чистая любовь, потому что вот она в 14 лет, что это такое, когда вот я увидела, все, это мое. Я маме прихожу в отель и говорю: мама, все, я с ним буду встречаться. А когда в Тулу приехала, сказала: все, мам, я с ней замуж выйду. И так это все равно случилось. Это мой первый опыт по выдаче своего ребенка замуж. Поэтому и радость, и грусть, все это переплелось вместе. Звони, пожалуйста, выйди на улицу. Я выхожу на улицу, он уже на колени делает мне предложение. Ну и, соответственно, я вся такая довольная. Вот эту любовь хранить и пронести ее через всю жизнь, ее прямо оберегать, и дышать, молиться. И самое важное, наверное, в этом и секрет.